там нужны деньги. Осмелилась так. Да, говорит, я тебе заплачу, еще больше заплачу. Так сначала, говорит, мы все там приехали, еще там делегация каких-то мужчин, говорит, в сауну поедем. И как сейчас помню, я говорю, я не поеду в никакую сауну, дайте мне деньги, и я пошла. У тебя что, какие-то эти женские дни, да? Ты не можешь. Я подожду тогда через там пару дней, когда у тебя там-то все пройдет. Я ребенок, мне 17 лет, я говорю, заплатите мне деньги, и я пойду, я не пойду никакую сауну. То есть стараюсь не показывать этот страх свой, все. Мне не заплатили деньги, на меня повесили неустойку, что я якобы разбила еще какую-то посуду там.